Пичкин, правозащитник, автор проекта «ГУЛАГу нет». Владимир, здравствуйте. Приветствую вас и приветствую ваших уважаемых зрителей и подписчиков. Издание «Вашингтон-Пост» выступило со срочной новостью, что наступление ВСУ началось. Подтверждают ли это ваши источники? О чем вы можете сказать сейчас? Нет, у меня прям стопроцентной такой информации о том, что это можно называть полномасштабным наступлением, о котором раньше многие говорили, анонсировали. У нас такой информации нет. Да, конечно же, где-то идут какие-то бои достаточно интенсивные, но говорить о том, что это какое-то мощное контрнаступление с какими-то результатами, пока на сегодняшний момент, на этот час, у нас такой информации точно нет. То, что произошло на Каховской ГЭС, взрыв, подрыв, вероятно, то есть это одна из самых обсуждаемых версий. Какая информация есть у вас? Есть ли данные о том, кто отдавал приказ и вообще что там произошло? Ну, это стратегический объект. Подрыв подобного объекта, очевидно, приводит к огромному количеству жертв и к огромной экологической катастрофе. Ну, собственно, мы сейчас это все последние там двое суток наблюдаем. Решение об этом не мог принимать какой-либо там майор, подполковник, полковник и даже генерал российской армии. Очевидно, что подобные указания принимались на самом верху, и без решения главнокомандующего решение не могло быть принято. Другой вопрос, были ли официальные письменные указы, приказы, подписанные лично Шойгу или Путиным? Очевидно, нет. Как нету их по многим другим военным преступлениям, которые они уже совершили в Украине. Что касается вопроса, там подрыв или не подрыв, но очевиден, что подрыв. Те видео, которые присылали нам на горячую линию, ну, по ним видно, что там рядом с ГЭС взрываются мины как раз ниже по течению. То есть вымывает из ГЭС, из плотины те мины, которые там устанавливались и которые не в полном объеме взорвались вот изначально. Если записи средств объективного видеоконтроля этого, очевидно, что ГЭС находилась под контролем вооруженных сил Российской Федерации в последнее время. Понятно, что они сами снимать свои собственные преступления не будут. Ждать, что завтра появятся какие-то записи, видеозаписи, подтверждающие именно момент подрыва, насколько я понимаю, это происходило около 3 часов ночи. В это время либо нужно было ВСУ обеспечивать регулярную аэроразведку, чтобы несколько дронов с режимом ночного, ну, с приборами ночного видения, наблюдения все это фиксировали. Но это должно быть в воздухе постоянно там 3-4 квадрокоптера, батарея там, через 20-30 минут разряжается, соответственно, это должно было быть около 100 квадрокоптеров, которые регулярно это отслеживают. Ночью это сделать было гораздо проще с точки зрения сокрытия этого всего. Плюс, судя по тому, что мы посмотрели, там достаточно облачно было в то самое время. То есть, вполне возможно, что с точки зрения там, осмотра. Вернемся к прерванному разговору. Я еще хотел у вас спросить, как вообще такие решения принимаются, какая цепочка и как, допустим, без подписи это все осуществляется? Если Шойгу, Путин, они не ставят свои подписи, чтобы потом не было свидетельств, но они как-то же этот приказ отдают. Вот как это работает? Как эта цепочка устроена? Да вообще они выстраивали и выстраивают систему, как будто бы они заранее готовятся к международному трибуналу. Вообще, если проанализировать весь документооборот Кремля, конкретно Путина, и все последние годы указы и так далее, они редко когда публикуются за его подписью. В основном там стоит штамп там, «Кремль», дата, номер какого-то документа и все. И это очень здорово помогает Владимиру Путину, потому что если потом когда-нибудь начнется международное расследование, ну теперь мы знаем уже, ордер для его ареста выдан, и будет суд, очный либо заочный, это большой вопрос, да, в каком формате он будет. В любом случае его будут представлять высококвалифицированные, очень дорогие адвокаты, да,
Можно сказать, даже такие адвокаты дьявола. То есть они будут понимать, что они защищают абсолютное зло такое, но в то же самое время будут получать огромные гонорары и стоять на позиции, что даже у дьявола должен быть в этом процессе адвокат. Вот они будут говорить о том, а покажите нам документ с его подписью. А у вас есть видеозапись, где он отдавал этот приказ? Ну, нету. Ну, вот и все. То есть это люди, ну, это настоящие преступные мозги, которые совершают свои преступления и заранее делают все возможное, чтобы не нести ответственность. Только если на каком-то бытовом уровне это какой-нибудь там убийца, киллер, который выходит из квартиры и тряпочкой протирает там, условно, там дверь, ручку двери, чтобы невозможно было его идентифицировать потом по отпечаткам, кто же проникал в эту квартиру там, или какой-нибудь там профессиональный вор, то здесь они вот делают так, чтобы потом начнем допрашивать какого-то подполковника или майора с какого-нибудь там ГРУ подразделения Главного управления Генштаба, которые это там делали, или силы специальных операций. И вот, ну, максимум это будет там на уровне там майора, подполковника, когда-нибудь мы получим эти показания, который будет ссылаться на показания какого-нибудь полковника. И более того, я не удивлюсь, если они в ближайшие дни вот тех самых исполнителей, кто это делал, отправят на передок, на первую линию, и в них прилетит либо «Хаймерс», либо они сами накроют минометным огнем. Человека наградят, отправят домой там в пакете или там в цинке, и на этом все закончится. То есть то, что они делают на войне, каким образом они скрывают свои преступления, ну, война им помогает уничтожать следы. Вот мы сейчас в ближайшее время опубликуем показания одного из бывших командиров ЧВК «Вагнер». Так он рассказывает, что там крематории и местная котельная там работали под Светлодарском в полную силу. И те, которые значатся без вести пропавшими, огромное количество людей, многие из них просто сожжены, и никто не получит никаких компенсаций, никаких наград, и они будут где-то без вести пропавшие. Может, убежали к украинцам в плен, а может быть, просто куда-то испарились там, а может быть, их сожгли. Вот так и здесь, с учетом того, что они там творят такое глобальное зло, каким образом совершить подрыв, а потом ликвидировать тех, кто совершил этот подрыв, ну, для них, у них нет такой моральной дилеммы. Но само решение и то, что они сделали, это, конечно же, такое настоящее, полноценное военное преступление и экоцид. Тот урон, который они нанесли природе, какое погибло количество сейчас уже и людей, и животных, и сколько территорий испорчено, сколько тысяч людей лишились своих домов, и все это уничтожено. Но это просто катастрофа, то, что они сделали. И это продолжение их преступлений, которые они совершают, начиная с 2014 года на территории Украины. А на ваш взгляд, если вот посмотреть на структуру вот этих всех формирований военных в Российской Федерации, они это все-таки, вот эту операцию, этот подрыв, этот теракт, они поручили Минобороны и регулярной армии или частной военной компании «Вагнер»? Они же используют частную военную компанию для того, чтобы сказать, смотрите, это не мы, а это какая-то организация, там какой-то бизнесмен, повар и так далее. Или все-таки это то, что поручается непосредственно регулярной армии? Здесь нужно четко понимать вот градацию. Одно дело, если мы говорим про такие позиционные бои, когда на первой линии используют так называемое пушечное мясо, минное мясо, это низкоквалифицированных, там, только что рекрутированных наемников или солдат, там они могут это все поручить и той же самой там, ЧВК «Вагнер». Все это делать, или там ЧВК «Редут», или спецотряду «Шторм», там, 100, там «Север-Зет» и так далее. Что касается именно проведения таких операций, в любом случае, даже если какая-то часть исполнителей будет из числа наемников, их в любом случае сопровождают и оперативники ФСБ, контрразведки, и там бойцы из сил специальных операций, либо из ГРУ. Это вот как раз сейчас эвакуировали одного человека, который, ну, это чтобы пока секреты не открывать, в общем, этот человек, который дает очень важные показания о том, как начиная с 2014 года, когда нам всем рассказывали, что их там нет, и это какие-то местные там сепаратисты, повстанцы и так далее, все это устраивают на востоке Украины. На самом деле изначально туда в первую очередь заходили
спецгруппы, сформированные Центром специального назначения «Вымпел» ФСБ России, которые все это и осуществляли. И вооружение они получали от армии и от пограничной службы ФСБ, в том числе и гаубицы, в том числе и гранатометы, и пулеметы. И тогда были это спецоперации закамуфлированные, которые потом подменялись уже, когда они достигли своих военных целей и закрепились. Дальше уже они начали выводить свою агентуру и свои спецподразделения и замещать это там тем же самым ЧВК «Вагнер» и так далее, которые частично состоят из бывших грушников. Как здесь технология была? Ну, очевидно, что они используют какие-то гибридные вот эти вот отряды. Кто-то, кого они потом в дальнейшем как исполнителя зачистят, вполне могут быть и наемниками из «Редута», из «Север-Зета» или из «Вагнера». Те, кто это все курировали, ну, конечно, это напрямую завязано на Главное управление Генштаба. Без этого ничего бы они не сделали. У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте, как вас зовут, откуда вы? Добрый день, Антон, Санкт-Петербург. Я хочу поблагодарить Владимира Сечкина за его деятельность. И если вдруг он когда-нибудь приедет в Россию и будет выдвигаться президент, я за вас проголосую, Владимир, вам здоровья, всех благ. Скажите, пожалуйста, что сейчас с Заматом Улдаровым и с Медведевым, который вернулся в Россию? И почему Улдаров, когда давал интервью, он плакал, говорил, что он не знаю, как ему жить, каялся в задеянном, а потом сказал, что он побухает и вернется в Вагнер назад. Как это может быть в одной голове? Вот я... Можете объяснить? Спасибо. Да, спасибо. Побухает и вернется... Можете объяснить? Спасибо. Да, спасибо. Да, но дело в том, что я не слышал самого звонка пока. Там как раз было про двух, я так понимаю, что тех, кого вы эвакуировали, один из тех людей, он сначала каялся, плакал и так далее, а потом сказал, я побухаю и вернусь в Россию. Он, судя по всему, вернулся. Вот про этого человека просит вас рассказать, как это уживается в одной голове, спросил спикер. Я, к сожалению, очень плохо вас слышу, Вадим, извините, пожалуйста. Я сейчас, если можно, у вас у себя микрофон отключу, буквально там 30 секунд прослушаю, что этот человек говорил у вас в эфире через iPhone. Давайте, да, я пока напомню, что можно к нам писать, можно нам звонить, можно использовать WhatsApp, Viber и Telegram для того, чтобы до нас дозваниваться. Еще раз напомню, что можно поставить лайк. Алгоритмы YouTube так устроены, что они учитывают лайки как полезную информацию и, соответственно, активнее нас рекомендуют. Поэтому, если вы еще не поставили, поставьте. Также не забывайте поддерживать канал донатами. Это важно для Грэма, важно для нашей работы. Используйте эту функцию, сделать это можно, опять же, здесь, в чате, внизу, просто зайдите, там, значок доллара, кликните, выберите и поддержите, если готов. Ну и PayPal есть в описании, также всех приглашаем оформить спонсорство на наш канал, это тоже сделать очень и очень просто. Да, Владимир, прослушали ли вы то, что сказал? Да, я прослушал, да, спасибо огромное. Да, я уже в эфире, да, все? Да, да, вы можете комментировать. Да, отлично. Вот, во-первых, спасибо огромное за такой комплимент от человека, вот, за то, что там проголосовал бы. Ну, я думаю, что я, конечно, не политик и не могу претендовать на какие-то политические посты в России. Вот, и вряд ли бы я согласился стать каким-то большим государственным начальником или чиновником. Вот, но в любом случае за доверие, за высокую оценку спасибо огромное. Вот. А что касается вопроса там про Азамата Улдарова, про Андрея Медведева и вот, про тех, кто уезжает. Ну, что касается именно Азамата Улдарова, когда мы с ним общались, его брали под государственную защиту. Это бывший, ну, чтобы было понятно, это бывший вагнеровец, бывший заключенный, которого рекрутировали, и который после возвращения из ЧВК «Вагнер» начал давать показания о преступлениях, которые совершаются внутри ЧВК «Вагнер». И вот, собственно, его коллег по этой террористической организации мы вот в ближайшие дни покажем на нашем канале с его показаниями, с их показаниями. По Улдарову, насколько я понимаю, возбуждено уголовное дело о пытках в отношении него в Саратовской ОТБ-1. Его признали потерпевшим, ему предоставили государственную защиту. После этого он с нами созванивался и рассказывал, что у него все хорошо. Но потом ему рекомендовали перестать с нами общаться, ну, потому что, в общем, он сотрудничает с той стороной, которая, ну, очевидно, входит в структуру режима Владимира Путина. Что касается Андрея Медведева,
Да, сгоряча он там принимал решение, что он, возможно, вернется в Россию, но судя по тому, что он звонил мне последние несколько раз то с велопрогулки, то с какого-то бассейна в Осло, все-таки там ему комфортнее, свободнее, приятнее, а в России его ждут уголовные дела о незаконном пересечении границы, о дискредитации вооруженных сил, там, Вагнера и так далее. Хотя нужно четко понимать, что в Норвегии или в Европе нету запроса на то, чтобы нужно Медведева отговорить от возврата в Россию. Это страна демократии и прав человека. Если Андрей Медведев захочет оставаться дальше в режиме безопасности в Норвегии, он останется в этой процедуре запроса политического убежища, международной защиты и будет давать показания о преступлениях в ЧВК «Вагнер». Если он в какой-то момент примет для себя окончательное решение, что он устал от этой заботы о нем, и ему гораздо будет комфортнее в тюремной камере в России, ну да, или ему вдруг российские службы предложат банку печенья, банку варенья и пост в Государственной Думе, либо там в Мосгордуме, и он вернется, но это будет в любом случае его выбор. Никто на его штанине висеть не будет и расстраиваться, и плакать о его отъезде тоже не будет. Это его жизнь, его выбор. И он находится на территории прав человека, свободы и демократии. Поэтому вот именно по судьбе Медведева вот я ответил. А что касается тех, кто сейчас, вот сейчас новая волна пошла бывших вагнеровцев, ну, точнее, даже их бывшими нельзя называть, потому что их отправили по документам в бессрочный отпуск. Они возвращаются в Россию, они в ужасе от того, что они видели последние полгода. Они стали свидетелями убийства огромного количества и украинцев, и самое главное для них, что было шоком, и россиян. Они, очевидно, поняли, что это террористическая организация, поэтому вот завтра, послезавтра на канале «ГУЛАГу нет» об этом будут новые публикации со свидетельствами. И я думаю, что это будет как снежный ком набираться, потому что через ЧВК «Вагнер» прошли десятки тысяч бывших российских заключенных. Большая часть из них погибли, но тысячи людей в любом случае возвращаются. И им обещали одно – а возвращаются они с совершенно другим бэкграундом. И, конечно, многие из них будут давать интервью, и многие из них будут давать показания в Следственном комитете, ФСБ. Я думаю, что вопрос по организации уголовного преследования в отношении Евгения Пригожина будет решен в ближайшее время. Ну, кстати, Евгений Пригожин продолжает активно выступать против Министерства обороны Сергея Шойгу, и в частности он высказался о том, а не придет ли им в голову взорвать ядерную бомбу на территории Российской Федерации. А для чего он это говорит, и как вы вообще оцениваете нынешний этап этого противостояния внутри российских вот этих всех систем? Ну, очевидно, что ЧВК «Вагнер» опозорена, дискредитирована, стала объектом большого международного расследования и проверок в целом ряде стран. Там санкции и перевод их уже в официальный статус террористической организации на международном уровне не за горами. Поэтому их функция оставаться в тени и выполнять что-то тайное по поручению Владимира Путина, этой функции они лишились. Они ее не могут дальше выполнять. Будут создаваться какие-то другие, такие гибридные, полулегальные подразделения. Плюс нужно понимать, что с учетом психологических особенностей, так осторожно скажу, Евгения Пригожина, ну, очевидно, что серьезных каких-то дел в долгосрочной перспективе с ним не будут иметь ни в Минобороне, ни в Кремле. При этом они понимают, что в один момент прийти и всех их арестовать невозможно. Поэтому их будут плавно вот, там, сокращать, отводить обратно в Россию. Они этого, кстати говоря, боятся делать. Конкретно Пригожин боится выводить на базу в Молькино всех, потому что тогда они будут 100% подконтрольны уже правоохранительным органам в России. Они часть оставляют в лагерях слаживания, на оккупированных территориях, с вооружением, чтобы в случае чего дать бой. Но ни о какой лояльности со стороны Пригожина говорить здесь не приходится. Да, конечно, они еще делают ставку гипотетически на то, что Суровикин, Пригожин,
Мезенцев, еще ряд людей, которые их поддерживают, они, возможно, убедят Путина пойти на какие-то определенные перестановки с тем, чтобы в пользу этой группы дать какие-то новые позиции и посты в силовом блоке. Но с учетом того, что Евгений Пригожин с каждым месяцем все больше и больше для Кремля напоминает обезьяну с гранатой, которую он угрожает и которую он может в любой момент взорвать, я думаю, что каких-то серьезных перспектив у него нету в этой истории, и дальше его будут просто аккуратно сливать. Ну и самое главное, здесь даже не в решении Путина либо Пригожина, не от них все сейчас зависит. Через эту систему прошли тысячи людей. И одно дело там на передовой держать их на мушке и затыкать им рот. Ну да, в какой-то момент вот на страхе можно контролировать и тысячи людей, как практика показала. Но когда они начинают возвращаться, вот то, что они видели своими глазами, они в любом случае будут рассказывать. Это будет в СМИ, будет в паблике, будет в документальных фильмах и будет в официальных расследованиях. Вот. И здесь единственный момент. Для меня лично это не ЧВК «Вагнер», это ЧВК «Путлер». Здесь не нужно понимать, не нужно думать о Пригожине как о человеке, который все это придумал. Он является лишь зиц-председателем, там, наместником, выполнителем поручений, там, нелегальных, неофициальных поручений Путина сделать то, сделать это. И в данный момент, особенно вот после того, что сегодня с утра было опубликовано заявление подполковника вооруженных сил Романа Веневитина, который впрямую уже обвинил ЧВК «Вагнер» в похищении солдат, в пытках, в изнасилованиях. Причем обвинения прозвучали не в адрес ВСУ и придуманных Кремлем нацистов, а в отношении самых настоящих фашистов из ЧВК «Вагнер», которые творили абсолютное беззаконие и преступления в отношении военнослужащих. И дальше в любом случае здесь, вот эти вот даты, вот это знаковая дата с точки зрения развития этой истории, вот 8 июня, подчеркну, потому что и мы сегодня опубликуем новые свидетельства. И Роман Веневитин впрямую уже, как бы подполковник, рассказывает о том, что творится и что творит ЧВК «Вагнер» там. И здесь уже для Путина, тут нужно определяться. Или всем объяснять, что он выдал лицензию на убийство, на изнасилование ЧВК «Вагнер», это его любимое детище. Или сливать их, понимая, что они там зашкварились, разоблачились, и дистанцироваться от них. Но если в любом случае в ближайшее время не будет уголовного преследования в отношении Пригожина и его сообщников, дальше мы будем понимать просто, что Путин использует это как какую-то свою там запасную армию, опасаясь там переворота и так далее. И что он лично им выдал лицензии там на убийство, на изнасилование и так далее. И потом в последующем, когда ЧВК «Вагнер» будет признана на международном уровне террористической организацией, дальше уже на Путине будет прямая ответственность за то, что они творили. У него сейчас вот ближайшие несколько дней, ему нужно определиться, он разделяет с Пригожиным уголовную ответственность за это все, либо будет дистанцироваться, и мы тогда увидим череду задержаний, обысков, арестов по линии Пригожина. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Спасибо вам, Владимир Осечкин, автор и создатель «ГУЛАГу нет», был с нами на прямой связи сегодня. Владимир, спасибо вам и до следующего раза. До свидания. Спасибо. Мы продолжаем наш...